Всем привет, ребята! Я, как всегда, с вами Джокер Плей, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. У нас очень прям давно не было рубрик по Майнкрафту, и сегодня я хочу записать ролик про, как вы догадались, по Майнкрафту. Сразу же персонажи. Сразу же мы выбираем мир. Будем создавать новый мир, потому что я хочу опять в новом мире. Ну не в новом, а в продвижном. Давайте будем с сундуком. Ладно, погнали. Майнкрафт так много в этом слове, я сияю как голд, но во блок на блок я снова выжил, почесал штаны и вышел. Крипер сделал бум-бум, зачем подходить к нему зум-зум? Крипер ведь тоже любит так сладко взрываться. Ему очень нравится, когда чешут за ушком. Также он так любит, когда... Я-то ни при чем. Майнкрафт так много в этом слове, ты играешь так сурово. Я люблю дерево, ты любишь кирку, смотришь на печку, на место хватило. Скрафти верстак, разберись, братан, иначе я вынужден сделать все сам. Это звучит как будто бы план, но крипер не ждет поворота кабан. Майнкрафт так много в этом слове, сделал штаны во всем новом. Гуччи куртка, гуччи линзы, я как будто из столицы. А в штанишках так прекрасно, кожу добывать опасно. Два алмаза блестят классно, Майнкрафт прекрасный. Мы появились. Давайте откроем. Ну и сразу будем, в принципе, его ломать. Давай. Майнкрафт так много в этом слове, ты играешь так сурово. Я люблю дерево, ты любишь кирку. И наконец-то у меня майнинг лагает. Ладно, давайте будем ломать. Штанах приятно, много силы, ты в принципе, мод, ты давайте красивый, уже начинать строить верстак. Майнкрафт так много в этом слове, ты играешь так сурово. Думал, припев здесь будет опять. Так, давай. Давай, опа. И что мы скрафтим? А, ну, у меня, по-моему, все есть. Ладно. Будем этот поломать. Все, погнали. Зачем подходить к нему зум-зум? Я хочу найти что-то. Ему очень нравится, когда чешут. Ну, давайте сразу в шахту. Также он так любит, когда... Я-то ни при чем. Майнкрафт так много в этом слове, ты играешь так сурово. Я люблю дерево, ты любишь кирку, смотришь на печку, на место хватило. Скрафти верстак, разберись, братан, иначе я вынужден сделать все сколько сам. Тут это звучит как будто бы план, но крипер не ждет поворота кабан. Майнкрафт так много в этом слове, сделал штаны во всем. Железо! Куртка, гуччи, линзы, я как будто из столицы, а в штанишках так прекрасно кожу. Ну ладно. Опасно, два я реально никакие читы не использовал. Прекрасный. Ну реально. Я просто создал новый мир, просто по рандому вот тут, ну и все. Короче, вот за это реально нужно влепить лайк. Реально за это. Еще и Гуголь. Короче, ребят, это супер крутая серия. Я уже реально скажу. Я уже прям заикаюсь. Ладно, давайте добудем. Ой, железо. Железо. А вот тут, по-моему, много. А нет, все, что я. Ну и уголь, конечно же, нам надо. Как же без угля. Если на этом видео будет, ну, допустим, давайте 2 лайка, то я выпущу новую часть по Майнкрафту. Опа.
игра так много. Ладно. В этом слове я сияю, как голд. Ну давайте. На блок я снова вышел, почесал штаны и вышел. Крипер сделал бум-бум. Зачем подходить к нему зум-зум? Крипер ведь тоже любит так сладко взрываться. Ок. Ну все, такого количества хватит. За ушком. Также он так любит, когда это сломал. Я ни при чем. Майнкрафт так много в этом слове. Ты играешь так сурово. Я люблю дерева, ты любишь кирву. Смотришь на печку, на мест хватило. Скажите вверх. Ее железо! Это звучит, как будто бы ебан, но крипер не ждет поворота камера. Ну за такое реально надо подпиской и лайк. Ну такой везучести реально не... нету такой везучести. Кожу добывать, опасно, два алмаза блестят. Ну это вообще, ну, я не понимаю. Капец. Короче, это везучая шахта. Будем тут копаться. Так. Если еще, я еще и золото в этой серии найду, то я не понимаю, что сейчас будет. Опа, 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 опа.
Сейчас поднимаемся вверх. И сейчас будем крафтить факел, в принципе. А, так уже ночь. Так быстро. Да, уже ночь. Ладно, давайте тут еще немножечко побудем, мы будем выбираться. О, пусть тут переплавляется. Мы тут... Оп. Мы тут берем факелы и идем сразу копать. И наткнулся на шахту. И сразу железо. Короче, это очень везучий ролик. Опа. А, так еще вот. Опа. Зомби! На. Маленький зомби. Капец, мне страшно. Мне теперь надо крафтить. А у меня хоть есть? Есть, слава богу. Так, давайте покрафтим меч. Все. Фух. Так, давай. Все. Погнали. Тут еще железо куча просто. Оп, опа, и оп. Ну и еще и вот тут. Я, короче, тут хочу оставаться на один ролик. Вы не против? Ну тут реально, ну очень много ресурсов. Тут хватит на сет брони железной. Оп. Все, мы добыли это. Пошлите туда, в принципе. Если тут ничего не будет, то мы вернемся. Тут вот водичка. Не, мы туда не будем спускаться. А тут вообще ничего нет. Значит, мы это... Оп. Опа. Мы это, в принципе, убираем. О, тут нормальненько так. У меня уже третий левел. Так. Нормально так. Оп. Все. Мы тут добыли немножечко этого. И давайте добывать железо. Все, пошлите вот сюда. Ну и... А вот. О, тут меч. Тут лазурит. Все, я убил. Еще и паук. Где он? А, вот он. Все, я убил. Сразу добываем лазурит. Оп. Все. Фу,
тут вообще драка такая была. Я слышу кого-то. Мне страшно. Мама, помоги. А, тут же вода. Ладно, тут ничего такого. Пошлите вот сюда. Лучше. Короче, сейчас мы просто в этой пещере накопим просто стак железа. Ну реально. Вот сколько у меня сейчас железа? 28. Нормально. Сейчас мы скрафтим это. Оп. Все. Сразу две кирки скрафчу. Даже три, по-моему. Тут. Да, я три. Все, погнали. Все. Оп. Так, мне надо скрафтить еще факелов. Все, много факелов. Целых 12. Так, погнали вот туда. А это. Все. Главное тут реально не потеряться. А, тут уголь. Hello. Все. О, еще железо. Ну ладно, давайте это последнее будет. Ну и все, а то. Ну, все, в принципе, так нормально. Мы повыживали так. Ладно, будем и заканчивать. С вами был Joker Play. Не забывайте подписываться, ставить лайки. А с вами был Joker Play. Всем пока-пока. Пока!